Здравствуйте, рады мы. А кто нам не рад, тоже здравствуйте. Поговорим сейчас о плоскоголовых. Кто такие плоскоголовые, рады мои? Вот нам пальцем тыкают, что плоскоголовые – это те, которые думают, что Земля плоская. Вот. А что такое плоскость в нашем понимании, рады мои? А в нашем понимании плоскость – это величайшая глупость. Для примера, ну как говорят там, у тебя плоский юмор, у тебя плоское мышление, у тебя одна извилина от уха до уха, но это уж тоже одна плоскость. Короче, все, что плоское, то это глупое. Ну, согласны. Так вот, давайте разбираться, рады мои, кто такие, рады мои, на самом деле плоскоголовые. Вот сейчас я вам в конце видео пальцем покажу. Сейчас пока объяснялка такая, значит, про плоскость. Вот мы, рады мои, живем в трехмерном мире. Пространство у нас такое. Вокруг нас пространство. И оно трехмерное. На самом же деле, рады мои, мы воспринимаем это пространство в трехмерном измерении. А это длина, ширина и высота. Вот так вот. Получается какой-то объем. Возможно, наше пространство четырехмерное. Но мы это не воспринимаем. Мы не можем это ни ощутить, ни понять, ни увидеть. Но раз четырехмерное, значит, есть и двухмерное пространство. А может, они одновременно где-то у нас пересекаются теоретически. Правильно же? Так вот, рады мои, что такое двухмерное пространство? Это есть длина и ширина, а высоты ноль. Это плоскость, рады мои. Такая тоненькая плоскость, что... Ну, понимаете, высоты вообще нет. Вообще нет. Вот, понимаете, даже представьте, что это за плоскость. Атомы, получается, громадные горы. Всякие молекулы. Это горы огромные. Это плоскость, которой нет высоты. Так вот, рады мои, что для... Если бы вот это двухмерное измерение, существо разумное, двухмерное, увидела бы, попыталась увидеть бы, допустим, ну, допустим, меня. Если бы она увидела, она не может увидеть, потому что она плоскость. Она видит какую-то часть меня, вот, понимаете, вот, допустим, вот, или так, или по диагонали, или горизонтально. Не столь важно, потому что это пространство. Она увидит какую-то плоскость, вот какую-то плоскость, вот, одновременно. Кусочек руки, груди, допустим, и плеча. Может быть, так вот, голову. Увидит какой-то круг. Понимаете? Овал. Что-то такое вот. Вот, допустим, рука, туловище, еще рука. Вот так, если видит в разрезе. Она подумает, что два круга, допустим, каких-то кривых, и овал. Она не поймет, что это одно целое. Рука, две руки и туловище, значит. Понимаете, вот такой примитив. А четырехмерное измерение, что? Если мы бы увидели четырехмерное измерение, мы бы... А не так, не досказал. Если этот двухмерный увидел бы меня целиком, как-то увидел бы, он бы подумал, что плоскости, понимаете, бесконечные плоскости. Получается, вот мы все тело увидели, а с пятки, допустим, до затылка, он плоский же, он просто череда бесконечных плоскостей. Понимаете, он тоже бы не воспринял меня. Также вот если мы бы увидели четырехмерное изображение, допустим, вот существо четырехмерное, то вот это вот трехмерное изображение, вот наш объем, но он бесконечный объем. Понимаете? Так же бы увидели бесконечность. Вот такая глупость вроде бы. Так вот, рады мои, что эти плоско, как головы, на самом деле, как двухмерные, нам впехивают. Как мне один подписчик говорит, вот, ты не можешь вообразить, дед, вот там космос, что-то. Давайте посмотрим внимательно, что эти
якобы умники нам впихивают. Одни плоскости, рады мои. Посмотрите внимательно. Вот, рады мои, доказательства. Смотрите. Плоскость. Рады мои нам впихивают про плоскость. Вот плоскость, рады мои. Одни плоскости, рады мои. Все везде плоское, рады мои. Вот такое, рады мои, сейчас покажу. Хотя бы вот так бы рисовали. А то какие-то плоскости нам рисуют, рады мои. И все это, рады мои, все в плоскостях нам впихивают. Вот мы же воспринимаем мир, рады мои, сейчас найду. Блин, где тут картинка, это все одни плоскости, блин. Вот хотя бы вот так, вот, рады мои. Мы вот так воспринимаем, рады мои. Понимаете, объемно. Нам же, рады мои, навязывают плоскостя. И еще дальше смешно. Сейчас я вам это покажу. А еще, рады мои, нам впихивают, что плоскость искривлена. Да, рады мои, вот такую чушь нам несут. Вот смотрите. Блин, не туда нажал, блин. Не привык к этому новому-то, блин. Вот смотрите, вот плоскость искривляется. Смотрите, сейчас покажут вам. Трямс! Вот такую глупость. И все равно, рады мои, посмотрите, это плоскость. Все везде в плоскости. Ну, как можно в трехмерном измерении все быть плоское? Посмотрите, вот пространство плоскую сделали нам. Пространство нам внушает, что плоское. Вы что, не понимаете, рады мои? Нас уже в двухмерное измерение втягивают в глупость и в тупость. А думаете, кто втягивает? Смотрите, батя, дальше, рады мои. Вот, рады мои, вот эти вот существа. Вот этот вот избранный и ему подобные нам впихивают. Почему Е, М, С, 2? Рады мои, С, 2, рады мои, это свет, рады мои, в квадрате. Вы понимаете, вот само слово «свет». Мы же, повторяю, мы разумные существа, трехмерные. Свет разве может быть плоским? А теперь в квадрате. Квадрат – это длина, умножаем на ширину. Это квадрат, это плоскость, это площадь. Как можно площадь, свет сделать площадью? Рады мои, только тогда, когда он падает на поверхность, на плоскую, там его можно сделать квадратом. И вот поэтому, повторяю, вот эти вот примитивы двухмерные через своих избранных нам это все впихивают. Делают нас плоскоголовыми. Все, лайки, дизлайки, комментарии, подписывайтесь. Дальше еще что-нибудь такое веселое расскажу. До свидания, рады мои.